В условиях пандемии к пьедесталу по счету чемпионата России продолжает движение наш водник. Но теперь дома на родном льду. Кстати, мы тоже остаемся дома, вход на трибуну будет закрыт. Но благодаря нашим операторам и режиссерам матч сможет увидеть каждый. Итак, уже в эту субботу, 21 ноября, встреча, которую нельзя пропустить, соперником желто-зеленых будет хабаровский «СКА «Нефтяник». Лучшие места болельщикам подготовил канал «Регион 29». Матч покажем в прямом эфире и в онлайн-трансляции в группе «Регион 29» ВКонтакте, а также на сайте «Регион 29.ру». Начало в 13 часов. Смотрим и болеем за наших.